News Time. Привет, меня зовут Инна Стан, в эфире программа News Time. Прямо сейчас о самых интересных событиях из мира шоу-бизнеса. News Time. Билли Айлиш, Coldplay, Metallica и другие мировые звезды дадут 10-часовой концерт. Выступления, посвященные борьбе с нищетой и климатическими изменениями, пройдут одновременно на 5 континентах и будут транслироваться в прямом эфире осенью 2020 года. News Time. 8 октября в Санкт-Петербурге при поддержке Bridge TV «Русский хит» пройдет концерт певицы Славы. На выступлении в БКЗ «Октябрьский» артистка представит новое шоу «Крик души», куда войдут новые песни. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В этом сюжете о новинках звезд. Легендарные панк-рокеры Green Day вернулись. В новом клипе «Father of All» парни показывали, как правильно танцевать под рок, то есть как душа пожелает. Это хулиганская песня, и, наверное, это все, что нужно про нее знать. Хулиганская, как и все, что вы делаете. Спасибо. 7 февраля выйдет новый альбом «Плохих парней», а в марте Green Day отправится в мировой тур, который, кстати, не минует и Россию. Green Day — это наша школьная группа, а теперь мы играем на стадионах. Я счастлив. News Time. Певица Меган Трейнер тем временем тоже отличилась своей новинкой. Хотя, если быть точными, то не совсем своей. Легендарный сериал «Друзья» в этом году празднует 25 лет. Круглую дату отмечают инсталляциями на небоскребе в Дубае и ремейком главной песни сериала в исполнении Меган Трейнер. Сначала я просто не могла поверить, что рекорд-лейбл выбрал меня, чтобы спеть эту песню. Я всю жизнь смотрела «Друзей», так что для меня это большая честь. News Time. Поделился новым релизом и британский рок-н-ролльщик Ян Блад. Мини-альбом артиста получил название «Underrated Youth», то есть «Недооцененная молодость». И надо признать, свою молодость артист проводит максимально активно, даже слишком. В клипе Ян Блад убегает от вооруженных людей, но и в жизни совершает не менее экстремальные поступки. Однажды я на сцене исполнил сальто назад. Также я делал то, что в итоге оборачивалось переломами. Например, однажды прыгнул с балкона, просто чтобы повеселить людей. Повторять выходки Ян Блада мы настоятельно не рекомендуем. И желаем, чтобы вечеринка в честь выхода нового альбома закончилась благополучно. News Time. Друзья, на этом новости шоу-бизнеса подошли к концу. С вами была Инна Стан, вы смотрели программу News Time. Пока! News Time.